Весь мир скорбит вместе с Казахстаном. Слова поддержки родным и близким жертв и пострадавших в авиакрушении выражают иностранные граждане, а также наши соотечественники, находящиеся за рубежом. Максут Меделканов продолжит. В Турции выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Алматы. В самой большой мечети Анкары собравшиеся представители казахской диаспоры, студенты и турецкие общественники помолились за души усопших, а после почтили память погибших, возложив красные гвоздики. Мы собрались тут в Анкаре, чтобы выразить свои искренние соболезнования семьям погибших, пожелать исцеления раненым и сказать, что наше сердце бьется вместе с сердцами наших соотечественников, даже если мы далеко от всего Казахстана. К сожалению, это произошло в канун Нового года. Пусть больше не будет таких катастроф. Пусть все наши беды останутся в уходящем году. Россияне солидарны с казахстанцами в день общенационального траура. Москвичи соболезнуют и несут к зданию посольства Казахстана на Чистых прудах цветы и записки со словами поддержки. Они подчеркивают, что народы наших стран поддерживают тесные связи, и эту трагедию россияне воспринимают как свою. Соболезную глубочайшие народу Казахстана, потому что я сам с Казахстана родился в городе Бурьеве, и мне очень больно, что такая беда, такое несчастье постигла мою родную казахстанскую землю. Глубочайшие соболезнования. На адреса дипломатических представительств нашей страны за рубежом приходят письма с соболезнованиями от министров иностранных дел разных государств, представителей других ведомств и организаций, среди тех, кто выражает свои соболезнования казахстанцам и бельгийцы. Я выражаю всем родным погибших в этой трагедии свои глубокие соболезнования, а также членам их семей, их близким и друзьям. Это для нас большое горе. Со вчерашнего дня бельгийцы, которые здесь проживают, и наша казахская диаспора звонят нам, выражают соболезнования. Мы также от коллектива посольства выражаем соболезнования родным и близким. Не хотелось бы, чтобы нас флаг еще раз так спускался. А тем, кто пострадал, скорейшее выздоровление. Одними из первых с утра цветы в память о жертвах трагедии возложили представители ассоциации казахстанцев во Франции. Они пожелали скорейшего восстановления пострадавшим в катастрофе с самолетом Бек Эйр и выразили слова поддержки семьям погибших. Это общенациональная трагедия. Трагедия не имеет ни национальности вообще-то и ни гражданства. Поэтому во всех странах мира выражают соболезнования народу Казахстана. Мы вот от имени ассоциации казахстанцев во Франции тоже пришли с самого раннего утра, чтобы возложить цветы, выразить соболезнования народу Казахстана. В связи с объявленным трауром в посольствах Казахстана по всему миру приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Весь мир скорбит вместе с нашей страной. Максут Меделканов, Хабар 24.